полей родившие голые, страшные вопли люди за хатою. Ветер тоску расплескал в обе стороны, тучи над бором закатом. Ведьма! Ведьма! Спасите! Мерзлые, доченька! Звоны, доченька моя! Доченька! Боже! Боже! И за что нас судьба так обидела? Мудрые люди мне душу встревожили. Каждое слово будило сознание. Ты чего? Ничего. Вот я смотрю, как вы пишете. Вот бы мне так. Нет, ну не так, как вы. Мне хотя бы как-нибудь. Зачем? Да тут такое дело, паныч. В нашем селе нету ни одного грамотея. Или гамагу какой написать, или волосе какое дело. Или так что. Ну никто не может. А тот староста только печать ставит. А что там написано? Ничего не знает. Хорошо было бы, если бы кто понимал. Ну, конечно, Ермола, я тебя научу. Садись. Да... Садись, садись. Ну, а... Так, бери ручку. А как? Вот. Ну, что ты хочешь написать? Фамилию или еще что? Да я слышал одну присказку. Вот я себе написать. Ну? Я бы написал так. Журавля убьешь, голову разобьешь и забудешь. А любовь убьешь, голову разобьешь, сердце разорвешь, а забыть не сможешь. Что, что, что? Где ты это слышал? Кто это сказал? Не помню. Да нет, врешь. Я вижу, не мог ты забыть такого человека. Нет, правда. Я вру. Только не просите и не молите, я не скажу. Не нужно вам такого человека знать. Грех будет и мне, и вам.
Вот и пришли. Здоров, кум! Здоров, бул. Это Паныч. А это мой кум Дмитро. Лесной сторож. Помогай Бог. Ну как? Значит, договоримся так. Вы, Панычу, остаетесь здесь, а мы с кумом идем туда. Подальше. Ну и вы ждите нас. Только смотрите, как я вам говорил. Первый крыжачок, кум. А Паныч, видать... Тише. Кум. Что здесь случилось? Кто здесь был? Не будет сегодня охоты. Ты как думаешь? Нет, не будет. Рябчик! Почему не будет охоты? Что с вами? Да не поймете вы меня, Паныч. Не будет, мы это знаем. Пошли. На него не действует. Паныч? Ну что ж ты не пишешь? Забыл. Какой ты. Ну что там у тебя? Я здесь написал. Ры, аз и з. Ну теперь пиши о. А, колесо? Знаю, знаю. Слушай, Ермола, а почему мы все-таки тогда ушли с охоты? А мы ведьмак увидели. Ведьмака? Это, по-вашему, колдунья? Угу. Не знаю, правда это или нет. Я тогда еще маленьким был. А только люди говорят. Появились в нашем селе две каторжанки или нищие, кто их знает. А когда младшая родила, люди покарали ее огнем за ведьмацтво. Как огнем? А вот так, вместе с хатой. А с теми что стало? А старая удрала с детем, на болоте поселилась. Теперь молодая ведьма мстит людям за мать свою. Тихо! Заходите с той стороны болота, если что, я крикну, следи. Хорошо. Надо же было хоть по колену палкой ударить. Ну, показалось что-то сзади. Что показалось? Ну, ай, черт знает, что показалось. Показалось, и все. Угу. Ну, хорошо. Идите вдоль болота
Кириновской дороги. А я отсюда его погоню. Здравствуйте, бабушка. А тебе-то что надо? Да вот заблудился я, бабусь. У вас не найдется молока? Нет молока. Много вас здесь по лесу ходит. На всех не напасешься. Да вы за кого меня принимаете? Я охотник. То-то и оно. Зверюшке смерть, а вам потеха. Да что ж так зло-то, бабушка? Не зло, а сердито. Злая до ссылки была, а теперь уж. Простите, а вас не Мануилихой зовут? Мануилихой? Небось, уж слыхал что? Слыхал кое-что. Люди говорят, что вы колдунья. Порчу на людей насылаете, а они за это на вас злятся. Это правда? Колдунья. Да я на них не в обиде. Темнота их давит. Жалеть их надо. А вот ты, барин, образованный, видать. А туда же порчу нагоняешь. Беден ты, барин, слаб. И тебя жалеть надо. Да нет, я ведь так. Я ведь и сам в это не верю. Хотя что-то такое у вас есть. Ну вот, к примеру, на картах вы ведь гадаете? Может, и мне погадаете? Ужасно хочется свою судьбу узнать. Никому я теперь не гадаю. Стара стала. Плохо слышу, плохо вижу, плохо хожу. Ну, я ведь не даром. Ну, разве только тебе, касатик. Сними левой от сердца. Думай об одном. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Дай мне три карты. Вот тут-то вся твоя судьба. Ну иди, иди, соколик. Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел. Ну, возвращайтесь. Прощайте. Ну, летите. Летите. Девушка, может быть, вы проводите меня? А то из вашего болота во веки веков не выберешься. Прошу. Видите тропинку? Вижу.
И вам не страшно жить в такой глуши? Чего бояться? Снегом может занести, пожар возникнуть, а люди далеко. Вот и хорошо. Вы кто? Да вы не волнуйтесь. Я не урядник, не акцизный. Словом, я не начальство. Вы случайно забрели? Да, совершенно случайно. Заблудился. Простите, можно узнать, почему вы живете вдали от людей? Почему вы их боитесь? Что они вам плохого сделали? Простые ничего. А вот урядник становой бабушку каторжно называют. А вас не трогают? А мне можно здесь бывать? Меня бабушка приглашала. Если забредете, так без ружья. Вы боитесь? Их не трогайте. Постойте. Журавля убьешь, голову разобьешь и забудешь. Ведь это же ваши слова. Так почему я должен помнить? А вы пробовали? Что? Разбивать. Помогай Бог, кум. Слышал, много стрельбы в лесу, а заяц вижу один. Бывает. Ты сам? С панычем. А где паныч? На Ириновской дороге. Где-где? На Ириновской дороге. А что он там забыл? А твое какое дело? Слушай, кум Ярмола, начал я замечать, что часто стал ты в этих местах бродить. Не за ней ли охотишься? А чего же? Раз у тебя не вышло, чего же мне не попробовать? А? Слушай, Ермола, я не посмотрю, что ты мой кум. Все равно моя будет. Убил заяц? Убил. Здравствуйте. Добрый день. А я вот, знаешь, заблудился. Да знаю, знаю. К ведьмакам ходили. Откуда ты знаешь? А я здесь все знаю. Только не следует вам, паныч, этими делами заниматься. Грех будет большой. А я вот рад, что увидел ее. Хороша. Я так и знал, что она вас зачарует. Она может. Да если мне не верите, у него спросите. Ты что мне спрашивать? Я же видел. Для такой ведьмаки, как Олеся, я готов чертом стать. Пошли. Эх, нелегко, барин, чертом стать. Рябчик, на, на, бывайте здоровы. Давай. Thank you.
Олеся, я хотел тебе... Олеся! 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 Послушай меня, Олеся! Бойся Панычей! Слышишь? Панычей бойся! Олеся! Панычей бойся! Панычей, бойся! Олеся! Знала, что придете. Откуда? Чувствую. Это про вашу бабушку говорят, что она... Колдунья? Ну, зачем так грубо? Вам бабушка гадала? Да. А вы умеете гадать? Умею. Не за деньги. Может, вы и мне погадаете? Нет. Ну, нехорошо, Олеся, ради первого знакомства отказывать. Бросала уже карты. В другой раз нельзя. Здравствуйте, бабусь. Вы что, меня не помните? Я ведь у вас был недавно. Ничего не помню, батюшка. И что ты у нас позабыл, никак в толк не возьму. Люди мы простые, серые. Нечего тебе у нас делать. Вот так-то. Бабушка. Какая вы сердитая, бабусь. А я вот вам гостинцы принес. Никаких мне твоих гостинцев не надо. А что это у тебя в кулечке-то? Олесь, может быть, вы все-таки расскажете, что же мне выпало? Хорошо. Вышло вам. Человек вы добрый.
но слабый. Над людьми верх брать любите, а сами подчиняетесь мне хотя. Богатым никогда не будете. Вино любите, и до женщин больно охоч. Через это вам в жизни будет много печали. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное и ленивое. А тем, кто вас любить будет, много горя принесете. Настанет такое время, что руки на себя наложить захотите. Да не посмеете. Так снесете. Все это будет через много-много лет. А в этом году... Что же будет в этом году? Падает вам большая любовь бубновой дамы. Что смотрите? Ну да, вроде моих. Говорите, большая бубновая любовь? Не смейтесь. Нехорошо выходит этой бубновой даме. Хуже смерти. Позор она большой через вас примет. Печаль ей долгая. Послушайте, Олеся, зачем же я буду делать ей неприятность? Я человек тихий, скромный, а вы про меня столько страхов наговорили. Не знаю я. Только мои слова сбудутся. Тогда и вспомните меня. Все просто так, чтобы людям голову морочить. А? Думайте, что хотите. Только бы вас я не стала обманывать. Вы что, серьезно верите в колдовство? У нас в роду чары. Я и сама многое умею. Олеся, голубушка, если бы вы знали, как мне хочется что-нибудь увидеть. Неужели вы мне ничего не покажете? А не будет страшно? Да ну, глупость. Дайте руку. Что вы хотите делать? Сказали, что не страшно. Хватит? Или еще? Еще. Если только без кровопролития. Чтобы вам такое показать. Ну, разве это? Идите.
Идите, не оборачивайтесь. Ну что, надо было крепче держаться. Теперь поверили? Олеся, помните, тогда вы обронили бусы? Я подобрал несколько штук и так много думал о вас, что из них выросло целое ожерелье. Так что я тоже колдун. Ермола! Ермола! Что с тобой? Да ты пьян. Я думал, мы учиться будем. Как там у тебя? А любовь убьешь. Сердце разорвешь, голову разобьешь, а забыть не сможешь, так? А я, Ермола, счастлив, безмерно счастлив. Просто черт знает, что со мной происходит. Историю с порезом я могу объяснить. Видимо, она знает место, где нажать вену. С падением тоже. Гипноз, телепатия. И все-таки есть в ней что-то такое колдовское, чарующее. Хороша она, Ермола. Видит Бог, как хороша. Олеся!
полно, полно, Олесь. Олеся! Олеся, вот мне интересно, всю жизнь вы прожили в лесу. Людей встречаете редко. Читать тоже, наверное, немного читали. Читать вовсе не умею. Ну, тем более. А вот говорите вы очень хорошо. Откуда это у вас, а? Вы понимаете, о чем я спрашиваю? Это у меня от бабушки. Вы не глядите, что она такая с виду. О, какая она умная. Она все на свете знает. У нее была трудная жизнь. А где она родилась? Что так смотрите? Любуюсь. А городские женщины чем занимаются? Да кто чем? Народу там много. Скучно, да? Ну что вы, Олеся. Скучно здесь, без людей. Скука. Народу много-много. И все чужие-чужие. И так среди них одиноко. Не знаю, может, только мне. Со мной это тоже бывает. Не променяла бы своего леса на ваш город. Толкаются, шумят, бронятся. Народу много, а людей мало. А если ваш муж будет из города? Пусть он сам туда и едет. А если полюбите? Никакого мужа мне не надо. Так все девушки говорят. А вот подождите, пройдет время, встретите кого-нибудь, полюбите. Тогда не только в город, на край света за ним пойдете. Неужели вы думаете, что никогда не полюбите мужчин? Ну и полюблю. Значит, и замуж пойдете. Это вы про церковь? Ну и про церковь тоже. Священник будет ходить вокруг аналоя. Дьяк запоет «Исаия, ликуй», а на вас наденут венец. Нет. У нас в роду и мать, и бабушка без этого прожили. И все из-за вашего колдовства? Да. Как же я в церковь пойду, когда моя душа продана ему? Олеся, голубушка, что вы говорите? Ведь это же дико и смешно. Смешно. Если я здесь, в душе чувствую. Можно? Идите. Вот это мои друзья. Каждый из них имеет свой характер. Вот этот в меня влюблен. А этот меня ненавидит. Прямо съесть готов. Злой он.
этот самый добрый и сильный мой друг. Я сюда всегда прихожу, когда мне очень хорошо или плохо. Лись, у вас что-то случилось? Нет. Может, я могу чем помочь? Ничем не поможете. Чего же ты фордебачишься, дурочка? Вчера вечером приходил урядник, предложил убираться отсюда в 24 часа. А может, уряднику просто дать надо? Предлагали 25 целковых. Отказался. Что же делать? Барин, родимый, хоть бы ты нам помог. Век бы мне... Бабушка! Не надо. Сами как-нибудь. Не могу я больше. Устала я. Да-да, я постараюсь. Не знаю, как у меня это получится, но я постараюсь. До свидания. Ну зачем же так горячиться, Евтихий Петрович? Дело же совсем не в сумме. А если по-человечески? По-человечески. Вот оно где у меня сидит, ваше человечество. А знаете ли вы, что полицейский урядник обязан следить, чтобы люди вовремя в храм ходили? А ваши подзащитные колдовством занимаются, на народ беды накликают. А если начальство узнает, кто отвечать будет? Я. Вот она, штукенция-то какая. Да, дорогой Евтихий Петрович, я понимаю. Обязанности у вас сложные, хлопотливые. Но ведь сердце-то у вас золотое. Пообещайте мне, что этих женщин не тронут. Ружьишко у вас хорошее. Что? Великолепное ружьишко. Да, прекрасное ружье. Вы обратите внимание, какие стволы. Чеканка. Как же, как же. Ружьишко, можно сказать, настоящее сокровище. У черкесов есть очень милый обычай. Дарить гостю все, что он похвалит. Мы с вами не черкесы, но я все-таки прошу вас принять от меня эту вещь в подарок. Ну что вы? Уж чересчур щедрый подарок. Ну, спасибо. Здравствуйте, бабусь. Вечер добрый. Ну вот, можете жить спокойно. Никто вас не тронет. Спасибо. Большое спасибо. Может, в хату войдешь, чаю выпьешь? Спасибо, с удовольствием. Только не обессудь, Олеси нет. Как нет? А где же она? Страсть как не любит помощи. Рассердилась. Девка гордая. Вот и будет по лесу 2-3 дня шататься. Как по лесу? А спать есть что она будет? Где ягодка, где мед дикий. А сейчас летом постель в любой яме на листьях найти можно. Так что скоро я ее не жду. Извините.
Что с вами случилось? Вы были больны? Как вы исхудали, бедный мой. Зачем я не знала, что вы захворали? Я бы в один день вас на ноги поставила. Зачем вы за мной не послали? Это случилось так внезапно. И потом вы рассердились. Я обидел вас. Нам надо поговорить. Хорошо? Вам надо идти. Ты куда? Олеся? Провожу. Пойдешь? Олеся, бабушка не хотела, чтобы вы пошли со мной гулять. Разве я не больна? А почему вы не хотели, чтобы я помог вам? Почему, Олеся? Забудьте это. Да нет, я совсем не в укор вам. Но почему вы считаете меня таким далеким, таким чужим, что даже дружескую услугу не хотите от меня принять? Почему, Олесь? Я не могла. Я думала, что можно уйти. Уйти от судьбы. А теперь... Теперь мне все равно. Потому что я люблю тебя, родной мой. Не надо, Олеся, я боюсь за себя. Не бойся ничего. Я никогда не попрекну тебя. Только скажи, любишь ли? Люблю. Давно, крепко. Но только сейчас я не ручаюсь за себя. Сегодня наш день. И никто его у нас не отнимет. Никто. Скажи, серце дівчина, а що в тебе на мислі? Ой, скажи, серце дівчина, а що в тебе?
Здравствуй, родной. Заждался, небось. Ой, на силу от бабушки вырвалась. Она все не успокоилась? Куда там? Ты, говорит, погибнешь из-за него. Натешится он тобой волю и бросит. Это про меня так? Про тебя. Только я ни одному ее словечку не верю. Она все знает. Наверное, знает. Я ей ничего не говорила. Сама догадывается. Ну да что об этом думать? Бабам всегда нужно такое, чего у других нет. Ага. Ну-ну. Будь здоров, Дмитро. Будь здоров, кум. А когда другой забежал к этой девушке попрощаться, она и тому говорит, привези, говорит, такие кораллы, чтоб ни в кого не было. Вот стерва. Ну, а дальше? А дальше? Нашли, хлопцы, кораллы? Нашли. Но поругались, подрались, и один из них убил другого. Ну, оно так и бывает. Да, а когда тот, что остался живой, принес кораллы той девушке, она уже давно выскочила замуж. Паныч, там какую-то гамагу привезли. Ты думаешь о чем-то неприятном? Что случилось? Алиса, ты угадала. Есть маленькая неприятность. Что? Начальство вызывает меня в город. Ты, конечно, сама понимаешь, службы нельзя пренебрегать. Нет. Что же? Если служба, конечно, надо ехать. Олесь, ты сейчас плохо подумала обо мне. Тебе стыдно. Неужели ты думаешь, что я смогу уехать, оставив тебя? Я только для того и затеял этот разговор, что хочу предложить тебе стать моей женой. Твоей женой? Нет, это невозможно. Ты барин, умный. А я читать не умею. И ступить куда не знаю. Все это глупости, Олесь. Мы с тобой прочтем много книг. Познакомимся с умными людьми. Мы с тобой весь широкий мир увидим, Олеся. Лучше бы ты вовсе этого разговора не начинал. Ты образованный, свободный. Ну, а если тебе потом другая понравится? Ты же меня проклянешь. Ты же возненавидишь тот день, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись. Я не хотела тебя обидеть. Наконец, ты позабыл про бабушку. Я не могу ее оставить. У нас и для бабушки место найдется. Нет. Она никуда не пойдет из лесу. Она боится людей. Ну, Олесь, это твое дело уладить это. Но только знай, без тебя мне и жизнь не мила.
Солнышко ты мое. Спасибо тебе за эти слова. Отогрел ты мою душу. Только женой твоей я не буду. Лучше уж так пойду за тобой, если ты меня не прогонишь. Ты только не... Только ты не спеши. Не торопи меня. Не торопи. Здравствуй, Олеся. Ну что, облизнулся? Ну, подожди же, ведьмака. Ведьмака проклятая, проучить ее надо. Женщины, она заводит в блуд мужей ваших. Почему же вы молчите? Она сегодня осквернила церковь нашу, а там напустит на нас какую-нибудь заразу. Так сколько мы терпеть будем? Ведьма в церковь пошла. Ведьма в церковь пошла! Ведьма в церковь пошла! Прости, услыша святаго Евангелия. Ведьма.
Что вы стоите, хлопцы? Колья давай! Проучить ее надо! Кольями ее! Проучить ее первую надо! Дегтем ее вымазать, серву! Святая пришла! Что вы делаете, звери? Будьте вы прокляты! Господи, она же человек все-таки. Люди! Люди, что же вы делаете? Опомнитесь, люди! А ну разойдись! Что же она тебе сделала? Не накликайте беды! Бог ее простил, а ты... Она мертвая! Побей меня, Гром, она таки ведьма.
Наигрался, голубчик. Тихо, тихо, бабушка. Сейчас не время выговаривать. Что, Олеся? Тихо. Без памяти, Олеся. Вот что, Олеся. Чуяло мое сердце. Ванечка. Я здесь. Я здесь, Олеся. Голубчик мой. Хочется мне посмотреть на тебя. Да не могу. Изуродовали они меня. Сломали они все во мне. Мне самой себя противно. Прости меня, Олеся. Что ты? И думай так не смей. Ты пришел, мне сразу легче. Одно нехорошо. Посмотреть на тебя не могу. Ты все знаешь. Все. Почему меня там не было? Я бы... Ничего. Не сердись, милый. Ты плачешь. Не надо. Любимый, давай не плакать, пока мы вместе. Проведем последние дни весело. Чтобы нам не так тяжело было расставаться. Ну? Расставаться? Почему расставаться? Что ты задумала? Нам надо с тобой проститься. Нельзя нам здесь больше оставаться. Нет. Ты чего-то боишься? Нет. Я ничего не боюсь. Только зачем же людей в грех водить? От стыда и злобы я там смеялась. Теперь что случится? На нас скажут. Скот ли начнет падать? Хата ли загорится? Все, мы будем виноваты. Обо мне ты не подумала? Я о тебе только больше всего и думаю. Только не судьба нам вместе. Вот что. Нет, нет, я это вижу, я знаю. Ничего, кроме горя, нам не будет. Скажи мне, пока ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было? Ты еще спрашиваешь. Подожди. Ты не жалеешь, что узнал меня? Ни одного мгновения. Не ревновал ли ты меня? Не скучал ли ты со мною? Никогда, Олеся, никогда. Так знай. Никогда обо мне ты не вспомнишь дурно. Со злом. Без горя ты будешь думать обо мне. А легко и радостно. Легко и радостно. А теперь уходи. Я немного устала. Нет. Поцелуй меня. Бабушка позволит. Бабушка. Yeah.
Кто ж пичи співай, горе забувай, пан дівчину загубив, хоч у ліс тікай, пан дівчину загубив, хоч у ліс тікай. Дим над дахом, чорним птахом, півсела немає. Прощай, околиця, плаче хтось і молиться. Прощай, околиця, плаче хтось і молиться. О, Боже, хто ж на мене нас послав? Господи, я ж тогда говорил, что она ведьма. Брат, поля выбивает! Господи мой милосердный, не делай сегодня беды. Прошу тебя, Господи, молю, не делай. Вставайте! Вставайте! И скорее! Вам нужно удирать! Ты что, с ума сошел? Да ничего я не сошел! Вы слышали, что ночью град наделал? У половины села рожь как ногами вытоптана. Громада считает, что это Олеся работа. Теперь ее точно убьют. Что ж ты стоишь? Конь готов? Господи, сохрани рабов твоих, Олесю и Ивана.